Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Он такой достаточно очевидный. Вот. Может быть, как, ну, в частности, вот для специалистов. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что ответить на него нужно, потому что это важно, потому что это волнует, во-первых, автора вопроса, и, во-вторых, потому что такая проблема может быть у кого-нибудь еще. Итак, непроизвольно деру свою кожу лица до крови. Кусаю губы, деру до крови кожу головы, трясется тело, стучат постоянно зубы, устала от ран по всему телу, что это может быть? Вот такой вопрос нам задает анонимный автор. Ну, в первую очередь, наверное, я бы сделал такой небольшой акцент на тряске. То есть, что есть тряска, да? Что такое, ну, что такое тряска, вот. Тряска – это же непроизвольные движения, получается, да? Вот, непроизвольные движения могут быть, в принципе, от сильнейшего состояния напряжения. Вот. То есть, это вот, ну, по сути, сильное напряжение у вас, может быть. И напряжение, ну, как правило, возникает из-за наличия, в общем и целом, какого-то конфликта. Как правило. То есть это вот некий конфликт, который возникает, ну, который у вас вот имеет место быть, скорее всего. Теперь, что касается нанесения себе повреждений. На мой взгляд, это аутоагрессия. Аутоагрессия – штука весьма-весьма неприятная. То есть, аутоагрессия – это агрессия, направленная на, по сути дела, себя самого. В те моменты, когда человек по той или иной причине не может эту агрессию направить на что-то другое. Когда человек себе запрещает это делать. Вот, пожалуй, такой основной момент можно здесь выявить. То есть сначала нужно понять и разобраться с тем, откуда берется агрессия, откуда она, в принципе, берется. На кого вы злитесь и кому, в общем, вы пытаетесь, ну, условно говоря, что-то доказать. Кому вы пытаетесь столь отчаянно сказать нет. Дальше имело бы смысл выявить
причины, почему вы не можете сказать нет тому, кому хотите. Причин может быть много: страх, гнев, вина. Наиболее часто встречаются именно первые и третьи. Страх и вина. Это чаще всего. Реже встречается обида, когда я на себя обижен. Реже еще встречаются какие-то другие факторы, другие моменты. Вот. О них я сейчас говорить, пожалуй, не буду. Ну, на мой взгляд, не так это важно. Если хотите, можно, конечно, это дополнительно раскрыть, но не нужно. Также важно понимать, на мой взгляд, еще один момент. Это то, что вы себя, по сути дела, наказываете. То есть, я какая-то плохая, что-то со мной не так. Какая-то я, ну, например, неправильная, какая-то я неверная, какая-то я странная и так далее. Как бы говорит себе человек в этом аспекте? А раз я такая, то мне нужно что сделать? Правильно, себя наказать. Вот, я себя наказал. Ну, меня, в общем и целом, вероятно, не может наказать другой человек. В силу ряда причин. Личное отсутствие человека и ну, еще что-то. Вот. Поэтому я накажу себя, в общем и целом, сама. К этому нужно прийти, у такого наказания есть какая-то своя практика, очень часто. То есть, очень часто я именно что практикую наказание. То есть, у меня уже есть опыт того, что я себя наказываю. Ну и дело здесь осталось за малым, да, начать этот опыт применять, не особо задумываясь о том, насколько вообще я, например, адекватно это делаю. То есть, насколько вообще адекватно то, что я себя наказываю. Насколько это адекватно. Именно адекватно. Вот. И вообще, имею ли я, например, какое-то право себя наказывать? Ну, большинство людей, и в том числе, очевидно, вы, считают, что да, имею. Вот вы себя, например, наказываете. За что? Следующий важный момент аутоагрессии – это тревожность. То есть я на какую-то тему тревожусь, меня что-то беспокоит, волнует. Гипотетически,
гипотетически. Меня что-то беспокоит, волнует. И я, соответственно, снимаю стресс. Ну вот, по сути. Тревогу. Как раз таки причиняет себе боль. Ну, вообще говоря, это просто-напросто переключение. То есть вы просто берете и переключаете себя на что-то другое. Вот. Такой себе надо сказать. Конечно, метод. Такой себе способ. Но очень часто другого не остается ничего. То есть очень часто вообще не остается. Не остается вообще никакого способа снять напряжение, да, кроме как вот только посредством применения к себе такого воздействия. Неприятно, но привычка. Здесь, на мой взгляд, имеет смысл, конечно, обратиться к истории о том, например, а что вообще меня тревожит? Что вообще меня тревожит? Ну, вообще. Что меня тревожит? Собственно говоря. Что мне угрожает? Собственно говоря. Чего я так боюсь? Собственно говоря. И к чему я не могу выработать свое отношение. Потому что очень часто тревога связана именно с тем, что человек не может выработать отношение к той или иной проблеме. Понимаете, да? И из-за отсутствия такой возможности, ну, энергию же нужно куда-то девать, энергию нужно куда-то направить. Вот человек ее благополучно и направляет туда, куда, в общем и целом, может. И вы направляете в самое простое и вместе с тем самое уязвимое место. Это вы сам. Здесь, как вы понимаете, нужно работать именно с уже причинами тревоги. Безусловно. Необходимо сначала удостовериться, что у вас все в порядке с химией тела. То есть нужно убедиться, что вы психически здоровы. Не потому, что вы обязательно больны. Нет. А именно вот проверить, ибо в противном случае, к сожалению, ситуация будет складываться таким образом,
что психотерапия для вас будет бесполезна. Потратьте просто пустое время, свои силы, ресурсы, ничего хорошего не получится. К сожалению, так. Вот, пожалуй, то, что я мог бы вам прямо сейчас сказать. То, что я мог бы прямо сейчас вам ответить. Именно исходя из той информации, которую вы предоставили. Вот. Предоставили вы ее, кстати, довольно немного. Поэтому я могу в чем-то ошибаться. Тут мне бы отдельно хотелось подчеркнуть, что если вы хотите получить обратную связь, так скажем, в полном объеме, или максимально подробно, развернуто, раскрыто, то и информацию о себе вам желательно предоставлять. В таком же виде. Когда этого не происходит, есть риск, что я могу ответить неверно, и вам может также что-то не понравиться. Вот, наверное, так. Я бы ответил вам на вопрос, который вы задаете. Я не буду говорить, что ситуация, в которой вы оказались, легкая, потому что я ее не знаю. Я не знаю пока ситуации, в которой вы оказались, в полной мере. Не знаю. Но одно могу сказать совершенно точно, что если вы заинтересованы в этом, а вот заинтересованы, это не сомнение, потому что вы спрашиваете, что это может быть. То есть на данный момент вы просто пытаетесь понять, просто пытаетесь узнать причину. Это уже неверный вектор, потому что причина не так важна, как важно то, что прямо сейчас, например, вы хотите, что прямо сейчас, например, вы можете сделать, а можете сделать многое, например, обратиться к врачу, психотерапевту, клиническому психологу, психиатру. Вы можете обратиться и к психологу для начала психотерапии, не медикаментозной, а направленной исключительно на вашу личность. То есть это такое вот личностное воздействие. Вот. Но в любом случае решать, конечно, это вам. Тут я, что называется, не могу и не хочу на вас давить. Мне кажется, что это неправильно. Мне кажется, что это не корректно. Вот. Следующий момент. Попробуйте увидеть, что вы чувствуете, когда это происходит. То есть вот какие ваши состояния, да, какие ваши переживания, условно говоря, предшествует тому, что вы начинаете это делать. Сейчас вы это делаете машинально, попробуйте заметить. Попробуйте заметить, что происходит до того, как вы начали это делать. Важно понимать,
что вот то, что вы описываете, да, как бы, я имею в виду, ну, та картинка, которую вы описываете, она вам для чего-то нужна. Так просто вы от нее не откажетесь. Вы говорите сейчас, что я хочу, чтобы этого не было. Хочу, чтобы это прекратилось, я устала. Я вам верю, что вы устали. Я верю. Но ваша психика привыкла, именно привыкла от этого что-то получать для себя. И как результат, вы вряд ли прям так легко откажетесь от того, что привыкли получать. Ну, точнее, ваша психика вряд ли откажется от того, что она привыкла получать. И важно понимать, что уже на этом этапе, на данном этапе, вполне может быть такая ситуация, что вы начинаете сопротивляться. И это нормально. Там, где вы начинаете сопротивляться, место, где вы начинаете сопротивляться, означает, что в общем и целом, ну, вероятнее всего, мы идем в верном направлении. Вы идете в верном направлении. Поэтому крайне, крайне важно, чтобы вы не контролировали этот момент. Его контролировать не надо. Его контролировать бесполезно. Он будет столько, сколько будет. Но чтобы вы хотя бы наблюдали, чтобы вы хотя бы заметили, когда это произойдет. И когда это произойдет, чтобы вы заметили, что это началось. Что началось именно это, а не что-то другое. И поисследовали бы себя, поисследовали бы свои чувства, которые у вас вот в этот момент появились. И, может быть, спросили бы себя, окей, а чего я хочу сейчас, да? Вот я делаю это, ну, хорошо, я это делаю, ладно, а хочется-то мне чего? Хочу-то я чего? Еще. Ну, помимо вот, скажем так, того, что я уже делал. Вот. Многие люди совершают ошибку. Одну. Они начинают с запрета. Я запрещу себе так делать. Я запрещу себе так думать.
говорят они. Но не получается. Потому что мы привыкли, потому что мы этого хотим, а еще потому, что на любой запрет мы реагируем, в общем-то, протестом. Чем быстрее вы это поймете, тем будет лучше. Для вас. Начинать с протеста, начинать с запрета, заранее деструктивная история. Лучше вообще тогда ничем не заниматься. Зря потратите время, свое, другого человека, ничего хорошего не будет. Из этого. Но если подойти к вопросу более гуманно, если подойти к вопросу более деликатно, если подойти к вопросу с позиции не запрета, но любопытства, например, это уже происходит, более-менее вы к этому привыкли, да, это больно, это неприятно, но более-менее вы к этому привыкли, и подойти к этому именно с такой позиции. Окей, это происходит. Чего я могу сделать? Могу ли я что-то сделать? Хочу ли я что-то сделать? Понимаете? Какая штука? Могу ли я еще что-то сделать? Хочу ли я еще что-то сделать? Вот это самое важное. Не требования от себя бешено исполнять и делать то, что вы можете считать чем-то деструктивным. Но именно исследовать этот аспект. Именно изучить его, понять его, ну, вместе с тем, как вы можете, как вы, наверное, уже догадались, вместе с тем понять и себя, конечно же, тоже. Вообще говоря, для этого нужно, ну, скажем так, мужество. Потому что сталкиваться с чем-то с тобой, или, может быть, правильнее было бы сказать, в себе, не так легко. И вот, чтобы этот момент пройти, вам и нужен психолог. Как видите, все довольно просто. Здесь нет каких-то тайн, здесь нет каких-то секретов, здесь нет каких-то таинств, можно так сказать. Напротив, все предельно открыто, все предельно очевидно. Вот. Представляет из себя проблему еще и стыд. То, что я делаю, это стыдно, то, что я делаю, это ужасно, то, что я делаю, вообще не должно делать, и так далее. Стыд. Желание скрыть. Может быть, даже имеет место быть, хотя, безусловно, я этого не знаю, некоторые такие вот подозрения. Подозрения, что с вами. Вот. Как следствие, конечно, порча репутации, слухи, негативные реакции, вот, порча отношений, тоже история такая, довольно, я бы сказал, нередкая.
соглашение на, в общем-то, то, что подумали люди, лишь бы только не допустить того, чтобы они узнали, там, ну вот, что на самом деле с вами происходит. Все это очень тяжело и болезненно. Поэтому я думаю, что лучшее, что вы можете сделать для себя, не поверите, вот не поверите, но вы уже сделали. Вы обратились за помощью и начали об этом говорить. Теперь нужно сделать следующий шаг, он будет, поверьте, гораздо легче. Вам нужно теперь начать с этим работать. И, возможно, первым шагом к этому станет именно признание того, что сама я с этой проблемой справиться не могу. Это тоже тяжело, но решаемо, потому что вам не нужно справляться с проблемой. Вы, наверное, видели людей, которые от какой-то неудачи, да, могли ударить себя или не себя, ну, например, там, кулаком, допустим, по столу, или там, ногой что-то, или кого-то пнуть. Видели, наверное. Это тоже элемент аутоагрессии. Это тоже элемент того, что делаете вы. Да, немножко другая форма, немножко по-другому, но то, что делаете вы. Все дело в степени. Я привел этот пример для того, чтобы показать вам, что полностью избавляться ни от чего не нужно. Все наши реакции чаще всего имеют такую здоровую, в общем-то, основу. Все наши реакции имеют право на жизнь. Но человеческое сознание так устроено и так оно работает, что мы склонны опредмечивать наши переживания и чувства. Именно придавать им смысл. Смысл аффективным действиям. Понимаете, да? И именно этот смысл наших аффективных действий начинает жить своей жизнью. И вот тогда это становится, конечно же, серьезной проблемой. Ну и это можно, в принципе, решить. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Я бы сказал, если вот все прям совсем простым языком, я бы сказал, что вам нужно смотреть в сторону того, чтобы злиться. То есть просто злиться. Просто злитесь. Просто злитесь. Если вам хочется, злитесь. Злитесь на кого-то. Да, это не решит проблему, и, может быть, многие скажут, что я, вообще-то говоря, не прав.
в качестве первой реакции вполне нормально. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.